вот забавно, веселой, громкой обстановке мы начинаем с вами. Напоминаю, что данный выпуск будет состоять непосредственно из двух дисциплин. Это Cloud Contest и Wave Trick Show. Ваня, здорово. Сегодня ты в каком образе? Я сегодня года. Сейчас будет твой сегодня первый бой на сегодня. Сегодня ты принимаешь участие в дисциплине Cloud Chasing. С чем выступаешь? Выступаю с алюминием, звезда, русский мех. Покупайте, ребята, он нереально жарит. Никит, во втором бою сейчас против Ани Хорова ты это покажешь нам? Я очень постараюсь, но, блин, это очень сложно. Юра, привет! Привет. Ну, с тобой все как всегда, не первый раз уже видимся, общаемся, ты не первый раз будешь судить. Что, с каким настроением ты сегодня к нам пришел? Что-то как-то не выспался, что ли? Ну, в принципе, да, чуть-чуть не выспался, но пришел я с крайне положительным настроением. Я хочу увидеть отличный Cloud Contest и отличные трюки, чтобы все показали лучшее, что могут. Первой дисциплиной у нас идет Cloud Contest, в котором участвует сейчас уже известный по первому выпуску Никита Киселев, а также Иван Хоров. Человек с золотой цепью, находится в правом красном углу, соответственно, это Иван. И Никита, которого мы уже знаем, он находится в левом углу. Сейчас мы видим красивую девушку, а пока я напомню вам, кто у нас в жюри. Это Максим Суров, это блогер, который ведет свой канал Суров. Также это Степан, шоу зоопарка. Также это Артур Кам, блог в пиратском самозамесе. Да, у него каналчик на ютубе, рекомендую всем зачекать. Также это Юра Малахин, про вейп. Мы возвращаемся к Cloud Contest, где участники поначалу по очереди выдувают, чтобы показать свои силы и чтобы жюри могли понять, что каждый из них представляет, и могли обратить все внимание только на одного участника, так что ему вся толпа очень хорошо поорала. Выступил Иван, да, он сделал первый выдув, и там жюри в данный момент говорит, что они о нем думают. Этот раунд номер два. Участники уже будут выдувать спина к спине. Я, кстати, напоминаю о том, что у нас Cloud Contest идет по правилам американским. То есть это сопротивление 0,08 Ом. Что ж, участники выдули, наконец-то решать жюри. А я со своей колокольни скажу вам, что я бы отдал свой голос за ничью. Итак, Свят объявил мнение жюри о том, что 3 против 1 в пользу Никиты во втором раунде. Что ж, парнишка молодец, он красавчик, он старается. Вот, и у нас снова на ринге девочка, от задницы которой просто невозможно оторвать глаз. В левом углу ринга у нас находится Никита Киселев, за которым уже одна победа. Справа Ваня Хоров, или просто Ака Золотая Цепь, чувак-фристайлер, который сейчас просто возьмет и выдует. Так, пошли. Ну что ж, Иван просто очень сильно наклонился, непонятно нафига, но здесь понятно, что Никита просто выдал побольше пары, и он был куда гуще и куда дальше. И в этом раунде победил Никита Киселев. Поздравляю! Победил золотую цепь. Чувствуешь себя Пушкиным? Не чувствую, Хоров ди***. Скажи мне, а каково вообще участвовать на контесте
с жижкой Атмос. В принципе, был какой-то фруктовый, и мне было нормально. Я понюхал все, выбрал что-то такое более вообще, блин, обычное, которое вообще не отдает почти никаким вкусом, и взял ее. Началась дисциплина вейп-трицков, в которой сегодня у нас принимают участие Женя Путифунте и Андрей Стеклова. Сейчас ты будешь биться против Андрея Стеклова. Боишься или уверен в себе? Никого не боюсь. Никого не боишься, отлично. Но, то есть уверен в себе? Конечно. Андрюш, привет. Да, привет. Сегодня ты еще не бился, сейчас будет твой первый бой. Ты готов к нему? Ну, нет, как обычно. Я смотрю, ты сегодня с последом пришел, прям с таким серьезным, с серьезными намерениями. Ну да, а что, мне нравится послед. Нравится? Чем? Потому что жарит и не садится. Временем давайте понаблюдаем за выступлением Евгения. Его минута уже прошла где-то больше, чем наполовину. Он выпускает колечки, закручивает их в треугольнички, делает треугольные медузки. Все, в принципе, красивенько, ровненько, стандартненько. Большие кольца, разделение, причем на 90 градусов. Ребята, это было мощно. Не хватало медузки только. Итак, он закрутил, закрутил, разделил, потом закрутил и причем красиво вверх. Он попытался сделать этот трюк снова. Это было и некрасиво, но мне кажется, ребят, как-то немного скучновато, да? В принципе, мастерство он показал, но он просто покрутился по рингу, попускал колечки в ту и в другую сторону. Итак, пошло. Пошло непосредственно. Воу, это было лассо, ребята! Жесткое, ровное, красивое лассо! Андрюша, молодец, дальше закруточка, увы, не вышло, но ничего. Так, спрей-колец, нормально, неплохо, дальше медузка по стандарту, сразу видно, Андрей кивает головой, он недоволен своим выступлением, дальше большая жирная медуза, он пытался ее вдохнуть и продолжить дальше для эффекта, но не вышло. Закрутил восьмерочку, кольца, к сожалению, не разделились, но это было эпично. Вот он снова пытался это сделать, дает отмашку своим товарищам о том, что он у него не получается, и он не понимает, какого черта. Но ничего страшного, в принципе, справляется ровно, мудро. Вот, кольца разделились, он доволен. С четвертой или уже пятой попытки он это сделал. Он молодец. Если народ его поддерживает, он закручивает. О, делает шоу, ребят, вот. Смотрите, нужно не просто на самом деле в этом деле просто делать шоу. Нет, не просто делать, сука, гребаные трики. Здесь нужно делать шоу. Вот взять, например, просто и паховой областью провести кольцо дальше к зрителям. Если толпа ему кричала и кричала громко, значит, справился он хорошо. Мы ждем, соответственно, отмашки Свята, потом, соответственно, отмашки диджея. После чего, конечно же, начинает играть хорошая, качественная музычка, качающая, под которую Андрюша начинает просто делать свою грязь. Андрюша! Yeah!
Итак, что ж, пошла музыка, пошел сет, первые два ровных кольца, пошло третье, достаточно плотное, жирное, видимо, участник поменял аккумуляторы, выпустил кольцо сквозь кольцо, которое повернуло его на 90 градусов вверх, дальше пошли кольца в разнобой, просто для того, чтобы совместить их, медузка, не полностью удавшаяся, только на верхнюю часть, дальше пытался сделать сплит. Спасибо еще какому-то человеку, который выдувает в камеру, который нафига все загораживает. Итак, Евгений уходит как раз на камеру, чтобы мы могли с вами все увидеть. Он пытался закрутить кольцо, у него не особо получилось. Ну, возможно, он пытался сделать квадрат, что тоже не получилось. Дальше. Сплит колец не очень удачный. Вот сейчас было ровненько, хорошо. Второе кольцо пошло ровно. Первое, увы, ушло в никуда. Мелкие кольца вдаль, быстро, назад, куда, хрен знает куда, в людей, хорошо. Но, опять же, ребят, как я уже упоминал выше, здесь важно не просто показать свое мастерство. Здесь нужно... Выдал, повернул кольцо на ровно 90 градусов вправо и отправил его с огромной скоростью в жюри, и кольцо не распалось. Слушай, расскажи мне про оппонента, пожалуйста. Вот расскажи мне про него. А что про него рассказывать? Ну как тебе он, достойный ли соперник тебе? Ну, ясен хер. Конечно, достойный. Ага. Ну да, логично. Он же он очень техничный, у него стиль очень. Техника прям. Но а чего ему не хватает для победы? Стиля. А тебе чего не хватает для полноправной просто расправы ясен над всеми? Хер. Все просто. Все очень просто, да. Второго дня Дринк Вейв Шоу, номинация «Вейв Тринк».